Отделение детской социальной реабилитации номер 2 в поселке Развилка является структурным подразделением центра «Вера». В отделении имеется сенсорная комната, массажный кабинет, зал для занятий физкультурой, кабинеты психолога и логопеда. А недавно здесь заработали новые клубы. Как только высыхает глина, немножко нужно смочить ручки. Насыщенным выдался один из дней у посетителей детского отделения социальной реабилитации в поселке Развилка. Здесь открылись два новых клуба – «Гончарка» и «Лего». Уже из названий понятно, что на «Гончарке» ребята будут изучать таинство работы с глиной и создание из нее различных предметов, в том числе и тех, что в хозяйстве пригодятся. Мы используем глину, мы используем воду, используем детский адаптированный гончарный круг для того, чтобы не только развивать мелкую моторику рук, но и корректировать внутреннее негативное состояние, потому что вся коррекция именно эмоционального негативного состояния происходит через коррекцию рук. В клубе «Лего» ребята научатся создавать различные фигуры из популярного детского конструктора. Эти клубы созданы в рамках системного комплексного подхода в работе с детьми от 1,5 до 7 лет, имеющими ментальные особенности. Работаем мы с детьми, у которых есть особенности в развитии, такие как расстройство аутистического спектра, задержка психоречевого развития, нарушение в эмоционально-волевой сфере и поведение. Поэтому все дети, кто желает прийти к нам в гости, позаниматься гончарным мастерством, скорректировать свою эмоционально-волевую сферу, родителей и детей мы приглашаем к нам. Клубы начнут работать на постоянной основе с 1 марта. Для получателей услуг реабилитационного центра «Вера» в поселке Развилка занятия для них бесплатные.